Праздник продолжается. Сегодня погода удивляет своими контрастами. С утра моросил мелкий дождь, сейчас же светит солнце, но в любом случае в городском округе царит по-настоящему праздничная атмосфера. Щелковцы отмечают день рождения своей малой родины, своего родного города. А мы находимся возле усадьбы Гребнева. Здесь совершить поездку по улицам города готовятся щелковские байкеры. Мотоклуб «Спартанс МСС Щелково» вместе с байк-клубом «Мото Инвейшн» из соседнего Фрязино устроили праздничный и зрелищный мотопробег. Именно так мотоциклисты отмечают День города. Для них это давняя добрая традиция. Двадцать байкеров проложили маршрут от усадьбы до Щелковского парка культуры и отдыха. Проколесили по родным, знакомым улицам, городскому центру. Город хорошеет с каждым годом. Мы любим город. Приехали поздравить таким образом жителей, всех, кто здесь бывает. Так что с днем рождения, Щелково! Колонна байкеров выстроилась в парке у центральной сцены, образовав число 95, юбилейную дату Щелково. Вот такой символичный и яркий финал.